Я дельфин. Да, да хорош, не мучите меня. Чего стоите? Идите давай. Так, кошкообразный, иди. Да... О, какие вы долгие. Разграблена эльфами во время знаменитой ночи слез. Ну, о том, что все сортали. Ни хрена себе ты, кошка, или кто ты? А. Для нас это удивительная возможность прикоснуться к истории. Мы можем изучить древнюю цивилизацию и ее магии. Ага. Так, у кого-то есть вопросы, прежде чем мы начнем? Да, наверное, сейчас. Может, спросим? Что у тебя есть на продажу? Итак, ты хочешь овладеть тайными искусствами? Да, конечно. Оружие. Цель не обращается в бегство, а не то... Да ладно, тебя можно купить. Блин, я забыл про деньги. Я позабыл про... Нужно что-нибудь продать, точняк. У меня же есть ненужные вещи. Вот мне нужно... Вот это можно продать, наверное, потому что от него пользы да и никакого. Ух ты, да ладно, звезда Азура у меня все-таки есть. Почему она не черная? А, его же накопить надо, точняк. Эх, я тупой. Все, плевать, плевать, у меня нет ничего. Что это мне... Чем это место так важно? Нас интересует сила магических печатей на местных гробницах. Мы раньше ничего такого не встречали. Угу. Так, что мы ищем? Все, все, что только может пригодиться. Это поэтому мне и нравится это место. Ладно, у меня нет вопросов. Мы не имеем, что тут найдем. Нужно быть осторожным. Ладно, у меня нет вопросов. Да. Может, ты попробуешь чем-то помочь Арнелу Гейну? Он один из ученых. Каталогизирует наши находки. Ой, чувак, у тебя там сзади я туман. Думаю, он будет рад, если ты найдешь еще. Надеюсь, это не аммиак, или как там называется штука. Ну-ка посмотрим. Которая может отравить. Чем погоди, аммиак вроде не отравляет. Бриллина, дорогая, проверь, пожалуйста, наличие охранных чар. Херка. Что-нибудь, что должно было бы отваживать отсюда людей. У тебя есть магия, которая поможет. Онмунд, пожалуйста, осмотри вон ту часть. Поищи какие-нибудь остаточные энергии. Живые и вы. Какой офигенный хвост. Чтобы поручить тебе. О, мышей лови. Не можешь ли проверить, был ли тут кто-нибудь до нас? Посмотри. У него что, детективная способность, что ли, есть? Смотри, тут везде развалины, тут везде кости. Конечно, тут кто-то был. Вперед! Но будьте осторожны. Я вообще не вижу следов защитной магии. Либо ее развеяли давным-давно. Думаешь, тут есть сокровища, которые сделают Сарга могучим волшебником? О, мне бы такую штуку. Охренеть. Представляешь себе, каково было жить здесь столько веков назад? Это вообще... Нужно быть осторожнее. Здесь не слишком-то безопасно. Что это за кубики у меня? Давай-ка поставим это. Интересно, всем нравится шагать так по костям своих предков? Подумать только. М? Мои предки уничтожили дома предков Урмунда. Столько крови пролилось. Не боись, сестра. Ты тоже... Я тоже Дадмерка. Так что... У нас обоих здесь проблемы. Было жить здесь столько веков назад? Первые люди в Тамриэле. Да-да. Эй, Джзаро, слушай, ты можешь тем чем-нибудь помочь? Да? Тебе уже удалось достичь успеха в экспертных заклинаниях школы разрушения? Нет, но я достигну. А, это хорошо, но Царга выучит их первым. Ладно, давай потом поговорим, а то как бы здесь опасно стоять. Мне нравится шагать по костям своих предков. Да, я знаю, все. Думаешь, тут есть сокровища? Которые сделают тебя волшебным магом, я знаю, я понял. О, паркур стайл. Блин, а что мне делать?
тут. Нужно быть осторожнее. О, привет. Арнейл. Что? Мне помочь тебе? Ах да, ты. Я тебя помню. Ты собираешься помочь? Хорошо, просто... Просто не мешай мне работать. Я смотрел только часть этой секции. Ты... ты можешь поискать в северных комнатах. Ладно, давай что-нибудь пои... О, уже нашел. Кабель-душ. Погоди, тут вроде что-то было. Почему она исчезла? А, пофигу. Ай-яй-яй-яй. Так, мне нужно на этаж ниже, что ли, то есть. А, чё? Не к добру это, да? Блин, да его хрен заметишь. Ой. А, ребят, я тут... Эй, помоги! Что это еще за грохот? Все в порядке? Нет, не в порядке, я не могу выбраться. Как это могло случиться? Какой-то чувак какие-то фигнюшки взял. Правда? Возможно, амулет имеет какую-то важность. Ты можешь его использовать? Ты хочешь, чтобы я одел? Выбраться из ловушки при помощи амулета? То есть ты хочешь, чтобы я одел эти одежки? Хорошо, давай, где это? Сартал, вот это имеешь в виду? И у меня какое-то кольцо было. Ты видишь? Стена как будто не за ним. Ой, это что это за магия такая? Эй! Интересно. Какой. Надеюсь, у меня 4 руки не отрастит, потому что больше смахивает на какую-то радиацию. Слушай, чувак, я боюсь. Эй, выходи отсюда, давай, что делать? Я не хочу умирать. Ао! Выбраться из ловушки при помощи амулета Сартала. Я взял амулет Сартала и его надел. Нормально же. Мне сказали надеть, я его надел. Может, я еще не, чуть не то одел? Да нет, вроде. Ну, я надел. Мужик, помоги. То есть мне что, выкинуть, что ли, его не пойму? Если нельзя выбрасывать. Твою мать. Ну что, давай, может, сядем. Даже сесть нельзя. Ай, я в ловушке. Что делать? Может, магию вы... Черепки. Ладно, что я так сразу не сделал? Я кого-то слышал. Не то. Хорошо. Зачем тут печать? Как вы открыли? Что это за место? Чего ты сразу не открыл? Не знаю, что. Ты это видел? Вы только посмотрите. Ага. Офигеть. По-моему, какая-то фигня. Ой. Подожди, опять реклама Дирола. Знаешь, что ты запустил цепь событий, которую нельзя остановить. Приговор не вынесен, поскольку ты не мог об этом знать. Приговор будет вынесен за твои будущие дела. Погоди, почему так тихо? Музыка, голос на максимум. Да нет, вроде нормально все. Или у меня там, или у меня одного такое. Справишься с опасностями, что тебя ждет. Шепнуны хреновы. Это предупреждение ты слышишь потому, что в тебя верит Орден Сиджио. Ты, маг, и только ты можешь предотвратить катастрофу. Будь крайне осторожен. О, призраки хреновы. Опять выведение чертовы. Привет. Я тебя видел.
тебя прах был. Я клянусь, в тот момент я почувствовал что-то очень странное. Mm-hmm. Что это было? Норка. Это был какой-то призрак. Клянусь, я ничего не видел. Можешь описать, что произошло? Он сказал, что об опасности впереди обороны. Псиджиков? Погоди, такой же покемон есть. Очень странно. Псиджики вроде. И опасность впереди? Ничего не понимаю. Псиджики никак не связаны с этими руинами. Угу. Их уже давно никто не видел. Ну, я с почином, теперь видишь. В тот момент я почувствовал что-то очень болтовня, странное. Болтовня. Что? Чего ты от меня хочешь? Нужно быть готовыми защищаться. Что? Что ты от меня вообще хочешь? Ну вот, ради псижиков. Группа магов, которая существовала еще до Империи. Очень могущественные, очень скрытные. Их уже лет 100 никто не видел. Они исчезли вместе со своим святилищем на острове Артеюм. Остров Артеюм. Что будем делать? Сенсей. Ух ты ж. Ах ты ж. Чё-то надо немножко оружие взять. По-моему. Эй, слышь. Траугер чертовы. Идите нафиг. На, тебе по ногам. На, тебе по бородке. Блин, тупое оружие у них. Чё поразительного? То, что я их убил? Нужно быть готовыми защищаться. Все, let's go. Here we go. А, так вот как эта штука работает. То есть кидаешь в него эту фигню и потом бьешь. Вот как можно запускать. Я не знал об этом. Давай, го, активировать. Блин. Ух ты, сколько тут врагов. Повеселимся. На, чё они сгорелись-то? Ма. Кто? Какого? Я, по-моему, тут должен был использовать магию, там обучиться всякой штучке, но... По-моему, я тут просто бью. Ай-яй-яй-яй. Чё? Слабаки. Чё такие маги слабые? Я не видел ничего подобного в нордских руинах. Всё, да, охренеть. На эти гробы. Чё-то слаб, чё-то их мало вообще совсем. А вот всех этих не видел ничего подобного в нордских руинах. Ты только посмотри на эти гробы. Опс. Тут нужен более внимательный смотр. Я останусь и не что-то. А вот стоп тебе стоит пойти. Блин. По-моему, немного скучно здесь. Какие-то враги слабые слишком. Ну да. Нет, то есть сильные-то враги. Мне всегда им были интересны сильные враги. То есть от чего я могу умереть. То есть какое-то веселье, но... Драугр пока что. Чё-то слабый немного. Я знаю, что это буду... Потом-то будет все сложнее и сложнее, но... Да пофигу, да ладно. Плевать на то, что я говорил. Привет. Ого, я лучше магию качать. Лучше я буду магию качать. Ай-яй-яй-яй. Нихрена, это я сделал. Не, охренеть. Надеюсь, это сделал я, потому что это было очень эпично. Погоди, у меня же вроде есть другое оружие, которое... Огненная стрела. Я знаю, у меня лечилки есть. Если что. Ай-яй-яй. Подожди. Я понимаю, что меня тут мутузят. Я просто хочу... Хотя бы один раз использовать. А, фигня. Возьму оружие свое. У меня реально мутузят.
Тихо. Бля, даже крик не помог. Fatality. Вот это было интересно. Хоть какой-то челлендж пытался сделать, то есть убить его с помощью магии. По-моему, магия не по мне. Двуручное оружие вообще респект. Короче, кинжал. Ну ладно, плевать. О, золото, золотишко, железная дверь. Ловушек нет? Надеюсь, нет, потому что... Ай-яй-яй-яй. Скелеты. Пустынно здесь. Совсем пустынно. Щит. У меня щит. Одежда. У меня был щит вроде железный. 23. А тут какой щит? 25. Го, выкинем. Шлет и щит. Так вот. Я просто хотел как-нибудь одноручным оружием походить. Ух ты, какой у тебя стильный меч. Пошли вон. Ай-яй-яй. Да. Погоди, стой, стоять. У тебя клевое оружие. Печаль. Ну-ка, стой, что? Вес 18. А у меня? Вес 18, но хотя бы... Да нет, фигня полная оказывается. Эх. Ау. Чё я так сразу не делаю? Ах, точняк, меня же убить могут. Разговариваю сам с собой, да? Прям как Дэдпул какой-то. Боже мой. И чё? Дельфин. А, тут, наверное, орел должен быть. Или что? Змея. Чё-то там орел, змея. Чё-то там. Как мне кажется, понял. Вот дельфин. Тут орел. Тут орел или что? Тут орел, тут змея. Слизерин какой-то. Почему дельфин все-таки? Может, это кит какой-нибудь? Откуда вы знаете? Все, наверное. Блин, какая симметрия. Запускай. А, легкодня какая-то была. А я все тут облутал. Да, все. Йо-хо-хо, ребят. Кто-нибудь есть? Here we go. Сажай. Какой наглый. Ай-яй-яй-яй-яй. Прыгай. Опасно. Ну-ка, погоди, у меня тут есть какой-нибудь крик? Безжалостная сила. Вроде бы мне много помогло. Чё-то мне, конечно, бля. Чё-то мне немного пиздец. Ай-яй-яй. Ладно, го, ярость. Бля, это не то, что я хотел. Ай-яй-яй. Ха, лошара. Что ты сделаешь сейчас? Чё, куда это он ушел? Ну ладно. Я как бы... Ну, если он ушел, то можно, наверное, так. Сколько у меня осталось? Было, мне же 20 было. Неужели я так быстро посрал их?
Я здесь. Опа. Ай, я кажется... Ай-яй-яй-яй-яй. Погоди, не ж бояться вроде каких-то этих... Огнев предков, точняк. Не огня, а не огня боятся, точно. Я нашел их слабость. Почему я об этом забыл? Было бы круто, если бы эта штука еще меня регенерировала. Ни хрена я сейчас сказал. Но сейчас не об этом. Че? Я не буду к этому притрагиваться, но все на меня ударило. Йоу. Может, я какой-нибудь камень кину? Можно ли такое сделать? Тут есть какие-нибудь камни? Пожалуйста, свеча какая-нибудь. Может, я сундук возьму так? Стальной меч, ну-ка. Ну, возьми есть. Возьму, тогда вот так возьму. Может, можно как-нибудь кинуть эту вещь, чтобы... Чтобы это все дезактивировалось какое-нибудь. Блин, такие слова говоря, офигеть. Блин, урон 9 всего лишь. Такое слабое оружие. Посох зомби, посох искр, стальной меч. Вот. Почему я должен к этому притрагиваться? Меня все равно ударило, да? Я дельфин. Дельфин орел. Тут, наверное, должна быть змея, наверное, да, или что? Змея. Дельфин. Дельфин орел. Что? Катя, давай сначала я. Сначала лучше того. А, у меня же уровень поднялся, точнее. Мы что будем качать, ребят? Магию. Жизнь или запас сил. Блин, ненавижу это все выбирать. Почему она сама не качается? Не качается. Здоровье, жизнь и мана. Го ману. Тяжелая броня, двухручное оружие. Что не двухручного могу? Силовые атаки наносят 25%. А есть что-нибудь другое из блокирования, не то, тяжелокузнечное дело. Восстановление. Гочу, может, что-нибудь из красноречия качать. Потом денег будет больше. Так, скрытность. Может, что-нибудь со скрытности качать. Блин, я не знаю, что качать. Я не умею ничего качать. Какую тяжелую броню так... Нет, тяжелую броню. Хотя бы. Досу, блин. Ты супа. Любой без оружия тяжелые перчатки наносит не то. Класс брони увеличен на 5%. Го вот это. Ты с... Вьетнамский кардебалет. Запускайся. Все. Ладно. Дельфин. Орел. Вот он сюда орел тогда поставим. Может, что-нибудь поставится. Дельфин, змея. Орел. Дельфин. Ура! Так быстро. Что? А то это разве не орел? Орел. Орел, змея. А, блин, тут наоборот. Чего вы все-таки настырный-то, хорош? Нечестно. Хорошо, давай поставим так тогда. Так, значит, что тут? Тут орел. Значит, она повернется на орла. Нет, на дельфин. Погоди, то есть как эта штука работает? Я кувыркну. Сработает только эта штука. Она рандом ставится или что?
дельфин. Да, да хорош, не мучите меня. Змея, дельфин. Змея, дельфин, дельфин, орел. Ей! Это было немного сложно. По крайней мере, для моего интеллекта. Тихо! Тихо! Вовремя я тебя догнал. Кто это? О, привет. Я, конечно, имел в виду эту штуку. Алхимический круг почему-то здесь делает. А, у меня сердце до этого же есть, точняк. И забыл об этом. Ау. Ой. Привет, что? Что это за место? Откуда я знаю? Вон кнопка. Попробуй только нажать. Какой-то щит. Нет, не тот. Камень душ, боже мой, как это все странно. Давай. Let's go, let's go. Долго ж здесь, скучно. Привет, это что за... Ох ты. Ничего себе! Только посмотрите! Действительно, смотри на этого чувака. Тут кто-нибудь есть? Не хочу тебя расстраивать, видимо, да. Камеха-меха! Ау! О, может его душу взять, попытаться. Го, это в одну руку, это в другую. Тварь, что ты ушел? Эй, хули ты на меня-то идешь? Я попробую вытянуть из него силу. Теперь возьми кого-нибудь своего, по своей силе, а? Юрик. О, черепок. Эй, да пошел ты, эй. Вот, а теперь атакуй. Нашел, блин, вовремя. Я тут скоро умру сейчас. Да, задолбался. Слабак. Ух ты, увеличит магию. Грамота на жизнь печати. Чувак, я тут грамоту нашел, надо. Что пишут? А, здесь... Ну блин, еще один квест. Здесь оставайся, Юрик, убийца-предатель. Будь проклят за грехи твои перед миром и лордом. Будут имя твое и деяния твои забыты. Камулет твой под нашей честью пробудет. Ну ладно. Что? Совершенно уникально. Что это за херня? Слушай, сенсей, объяснишь мне? Что это за... Что это за штука, лучше скажи. Имею, но это поразительно. Совершенно поразительно. Нужно немедленно сообщить Архимагу. Он должен сам это увидеть. Лучше мне остаться здесь. Можешь вернуться в коллегию и сообщить Саву Суарину об этой находке? Запросто. Поспеши, пожалуйста. Почему мы сразу отсюда не заходим, блин? Тупые придурки. О, крик. Ну ладно, извинения приняты. О, ух ты. Железный двуручный меч утомления. Короче, лук. А у меня какой лук? Да, у меня тоже есть лук, оказывается. Ну, го, возьмем. Вот, спать, дудь, спать. Ой, я слеп. А, я слеп. Нужны очки. Лед, ледяная форма. Хорошо. Напомните его, когда я не буду его использовать. Да. Блин. Что-то мало врагов. Хотя не, вроде нормально было. Было весело, только... Так, где те ученики?
Где Джарга или как там это зовут? Где тут? Где-то сестра Данмерка. Hello. Как мне слезть так? Блин. Это. А, не. Я уже думал, сейчас надо идти долго. Эх. Ну. У меня двуручный меч есть какой-то. Ух ты, дикобраз какой. У меня есть двуручный меч, удомление. Ей, классно. Надеюсь, она круче моего. Хотя, наверное, да, потому что это меч удомление. А что, если я сломаю этот меч и зачарую его в свой меч? Я просто хотел этот. Я не зачарую ничего, потому что... Я не зачарую оружие, потому что... Блин. Я хочу захват душ, чтобы я когда убивал, он захватывал и... Ой, это я убивал? Когда я убивал, душа сама захватывалась. Чтобы потом не надо было искать новые души. И еще потом какой-нибудь огненный меч сделать или меч утомления, как раз таки этот, тот самый. У меня есть план. У меня план есть вообще-то. Я не хожу просто так. Не, лучше так, наверное, сходить. А то долго будет. Чё, враги? Все враги убиты моим мечом. Давай. Какие враги? И да, мне лучше надеть мой обычный костюм. Блин. Так, а где, чё, вот. По-моему, вот это была, да? Так, и шлем. Вот он, шлем мой. Нет, это не шлем, вот это шлем. Хотя я могу продать. Видите, нет врагов. Все, нормально, все. Эй, карта, не наебывай. Ура! Книга Алдуина. Ой, Обливиона. Магия школы колдовства используется, чтобы поднимать смертвецов на бой. И вызывать создание с разных планов Обливиона. И ловить души убитых в битве противников. Если во время подкрадывания вы атакуете врага незаметно, то нанесете ему больше урона. Ну ладно, скажите это дракону. Коллеги Винтерхолда. Эй, Архимаг, ты где? И почему тут все время снег? Хотя Винтерхолд. Винтер это как бы снег. Думаю, коллеги, а холод холодно. Зима холодная, то есть называется этот город. Ой, фу, какой противный голос. У моей учительницы такой же голос. Почему материалы моих исследований постоянно пропадают? Потому что ваши коллеги есть крыса. А что, это логично. Что ты меня ты спрашиваешь? Я только недавно здесь поступил в эту коллегию вашу. А что? Эх. Ну, загрузка. Ты же раньше быстрее была. Ух ты, как здесь красиво. Ух ты, зачаровалка. Может, тебе лучше домой, в постельку? То, я не болею. Здесь научишься. Я насчет сортала. Только не говори мне, что кого-то из учеников опять испепелили. Опять? У меня и так дел по горло. Мы нашли какую-то сферу. Толфер хочет, чтобы ты ее осмотрел. Мы нашли кое-что в Сарталь, тоже важное открытие. Хорошо. Я полагаю, если бы дело не было важным, тебя бы здесь не было. Угу. Спасибо. Теперь я об этом подумаю. А теперь давай что-нибудь зачаруем. Я ведь могу? Давай-ка сломаем эти костюмы. Нафиг они нужны. Зачарованное кольцо. Что я могу, допустим, зачаровать? Ручий лук. Хорошо. Зачарование. Повышение здоровья. Отнимает 15 единиц запас силы. Удар огнем.
повышение разрушения регенерации. Маги заклинания расходуют. А, магия восстанавливается. А могу еще что-то? Не, почему я не могу? Ау. Я думал, что можно две штуки взять. Поглощение 8 единиц здоровья. Взять, не? Я могу вот эту штуку взять, наверное, еще. Хотя почему еще? Это только одна штука. Наносит противнику 10 единиц удара огнем. Подожженные несут дополнительный урон. О, ладно, возьму эту штуку. Крохотный маленький. Ну, маленький, наверное. Потому что крохотный как бы крохотный. А это больше. Давай, почему нет? Для начала сойдет, думаю. У меня даже колечко есть. Я могу взять? Нет, не могу. Ладно, плохо. Плохо, все плохо. Ладно, тут можно уже закончить. Тут никого нет, никто не видит. Каких-то 7 монет. Что-то еще есть. Ладно, все. Короче, на этом пока. Ух ты, охренеть. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Всем до скорого, удачи, пока. Па-па-па-па-па-па-пам.